В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии с вами, как всегда, я, Олеся Харлина. И сегодня мы приготовили вашему вниманию специальный выездной репортаж из исправительной колонии номер 6. Все школы, по большому счету, похожи одна на другую, но, согласитесь, как-то привычнее, когда ученики с опаской заходят в класс к строгим учителям, а не наоборот. За моей спиной тоже школы. Здесь также идут уроки, звенит звонок, есть отметки и домашние задания. Вот только ученики гораздо старше, а за плохое поведение в школу никто не вызовет родителей. Учащиеся уже наказаны, они отбывают наказание в исправительной колонии. Вспоминая, пишу мелким почерком, ведь сегодня последний звонок. И впервые мне жалко и хочется, чтобы дольше тянулся урок. Все такие сегодня нарядные, и учителю дарят цветы. Хулиганы, тихони, все разные, а сегодня все грустные мы. О заключенных принято говорить, что они сидят, однако на зоне люди все-таки живут. И если об их работе и профобучении пишут много, то о том, что они идут в 10 класс, известно далеко не всем. Это закон. Каждый, отбывающий наказание до своих 30 лет, обязан получить общее полное образование. Конечно, учитывается желание осужденного получить образование. Тех, кто не очень желает, то есть не задумывался никогда о том, для чего оно им нужно. То есть мы стараемся, конечно, разъяснить, что все-таки это прежде всего нужно самому осужденному, чтобы он не терял время здесь, попусту сидя в отряде, а получил образование, которое он потом впоследствии мог бы использовать для себя, то есть своих целей. До поездки сюда мы слышали, что по правилам безопасности ученики и преподаватели отсечены друг от друга решеткой. Даже видеооператор с непривычки с опаской заходит в класс. Но, кажется, единственный страх, который испытывают в этой аудитории, незнание формул, если спросят. Про опасность я слышу от вас впервые. У нас такого нету и не предвидится, во всяком случае. В этой школе педагогический состав исключительно мужской, потому и дополнительных решеток мы не увидели. Интеллигентные учителя с большим стажем и опытом не кривят душой и сами когда-то волновались. Была, конечно, осторожность такая небольшая, но потом это все быстро прошло. Это несколько волновало, даже пугало. Но когда я начал педагогический процесс, я убедился в том, что все мои страхи были напрасны. Почему? Потому что учащиеся, которые приходят сюда учиться, они, скажем так, они знают, зачем они приходят. Школа – один из механизмов социализации. В то время как криминальный мир тянет человека назад, образовательный дает шанс на конструктивное будущее. Даже сам тюремный язык говорит об особом значении учебы. С названия школы исключены все напоминания о колонии. Это сделано для того, чтобы наши ученики в дальнейшем не имели никаких проблем. Значит, они заканчивают обыкновенную среднюю школу. Разумеется, на зонах есть люди с высшим образованием, есть и мастера на все руки. Но сегодня в тюрьмы пришло поколение детей перестройки, и дети это, ныне взрослые люди, бывают чудовищно необразованные. Что говорить о мигрантах, которые и разговаривают на ломаном русском? Недавно из Михайлова пришел человек, который едва знал буквы. По национальности цыган, свободный человек, считал, что ему образование не нужно, и его родственники так считали. А вот когда попал в колонию, осознал, что надо учиться, пришел, научите меня хотя бы читать. Вот. И вот сейчас в индивидуальном порядке с ним занимаемся, парень смекалистый. Контингент очень разношерстный, это и представители ближнего зарубежья, и попадаются учащиеся и малограмотные, и даже бывают безграмотные, с которым мы проводим индивидуальное обучение. В прежние времена, школа была полнокомплектная, и потому что много осужденных было неграмотных, малограмотных. В настоящее время образовательный уровень вырос. В этом сентябре за парты в 6-й колонии сели 125 человек. Если говорить о техническом оснащении, интерактивных досках, плазме и прочем, то оно не хуже, чем на гражданке. В прошлом году Обрнадзор сделал замечание по поводу старых учебников. Сегодня каждая книжечка еще пахнет типографской краской.
Ну вот учебники физики, учебник истории, значит, используем методическую литературу, значит, у нас государственный выпускной экзамен, ЕГЭ мы не сдаем, но тем не менее, кто хочет поступать после окончания школы в институт, получить высшее образование, имеет возможность у нас в библиотеке взять литературу по подготовке к единому государственному экзамену. А в каком вы классе? В 11. Хорошо учитесь? Да, нормально. По этическим соображениям мы не можем показать лиц большинства учащихся и назвать их реальные имена. Многим стыдно, что праздная жизнь привела их сюда. А любимый предмет есть у вас в школе? Литература. Что сейчас читаете? Может быть, вам же разрешают читать? Анну Ахматову читал. Закончил реквием. Учитель русского языка и литературы отработал на гражданке почти 15 лет и никогда не думал, что по совместительству будет обучать взрослых и порой не очень сговорчивых мужчин. А ведь справляются, и на удивление, очень неплохо. Вот в частности, в прошлом году учащиеся 12 класса сдавали очень сложный экзамен по русскому языку. То есть этот экзамен я бы приравнял по сложности к ЕГЭ. Как справились? Двоек не было. Были, даже были пятерки, были четверки. Более 50% учащихся сдали на 4-5. С каким они большим интересом, те, кто вот на воле как бы пропустили, не занимались, и они так себя потом ругают. В прошлом году мы договорились с директором аграрного техникума Рязанского Прокудиным Николаем Григорьевичем, значит, чтобы провести такой эксперимент, попробовать, чтобы они поступили в техникум. И в прошлом году 16 человек, у которых еще длительные сроки отбывания наказания, поступили в Рязанский аграрный техникум. Бахтиёру скоро исполнится 33. Он родом из Узбекистана. На родине тоже закончил только 9 классов. Образование всегда надо. Мы раньше, как подростки были, ничего не понимали. Но без образования человек не человек. Образование на первое место я теперь буду ставлять. Ну, дальше учебу постараюсь продолжать. У меня есть такие намерения, но... Высшее образование получить хотите? Ну, постараемся. Здесь учителя много чем помогает. Где что не понимаем, все учит. Как надо дальше быть. В прошлогодних тетрадках минимум помарок и сплошные четверки. Русская литература, история. Немножко было труднее. Ну, учителя помогали, вот сейчас более-менее много чего знают. А любимый раньше... учитель есть у вас? Все, тут все одинаковые, все лучше. В этом году Бахтиёр предпочел бы оказаться на другой линейке. В первый класс пошел его сын. Мальчик знает, что у него есть папа, и в конце сентября он приедет домой. Уже я тут сижу 3 года, если это не считать. Вообще-то я приехал из дома в 2005 году. Вы устроились работать? Ну, специально да. На работу приехали. Хорошо пошло? Конечно. И вот тут вопрос. Если все так удачно сложилось, зачем нужно было нарушать закон? Уже за кадром он грустно признается сам. В колонию попал по глупости, практически за компанию. Как вам на этот вопрос отвечать? У всех людей есть свой недостаток. Ну, допустим, кто-то сознанкой делает, делает преступление. Ну, кто-то ненамеренно делает. Ну, так а получилось, что чтобы... вы сказали? Вы как? Ну. Понимали тогда? Ну, вообще-то судили, все, что дальше делать. Ну, дальше свой минусах, надо на плюсах же отметку делать. Ну, за это постараемся дальше свою жизнь продолжать на лучшую сторону.
У Сергея, назовем его так, история совсем другая. Он рязанец и, чувствуется, часто был предоставлен сам себе. Пора наверстывать упущенное. В школе хорошо учились, когда были маленькие? Так достаточно нормально. А почему не закончили школу? У нас интернат до 9 класса был. Ну, потом ведь можно было куда-то пойти. Я пошел в училище, но по профессии не предполагался 10-11. Заканчивать образование придется уже на воле. Через полтора года Сергей поедет отсюда прямиком к тетке на пироги. А пока приходится заново повторять программу 9 класса. Вспомнить все, чтобы проще было осваивать новые темы. Хорошо вспоминается? Ну да, так более-менее. А есть и такие ученики, что хоть анекдота сочиняй. Тоже был узбек, сдал в прошлом году экзамены за выпускной класс, за 12 класс. Вот, сначала, как обычно у студентов, еле-еле я бы хотя бы троечку получил. Вот, а когда получил, пришел и спрашивает, почему ему пятерку не поставили. Вот, так самоуверен он в своих знаниях. В 90-е годы школу чуть не потеряли. Фотографии с облупившимся фасадом и кривыми полами до сих пор, как напоминание, висят на самом видном месте. Еще относительно недавно школьные доски красили гудроном. Сегодня разве что кабинетной системы нет, но и над этим работают. Я 18 лет проработал в дневной школе и достаточно проработал в местах лишения свободы. И хочу сказать, что есть что-то похожее и есть определенные особенности. Конечно, нельзя сравнивать с дневной школой, где учатся дети. Здесь свои особенности, здесь условия, значит, режимные надо соблюдать. Мотивация преподавателя, она у каждого своя. Да, кто-то уже давно работает. Допустим, директор школы у нас Юрий Ефимович Руденко. Помимо того, что он является у нас директором школы, он состоит у нас председателем Совета ветеранов учреждений. Одна из основных дисциплин в этих стенах – основа правоведения. Как бы смирно они ни сидели перед съемочной группой и какие бы истории ни рассказывали, все понимают, что не от хорошей жизни и воспитания они попали в колонию. Время от времени приходится напоминать про обязанности. Наша колония общего режима. И раньше здесь содержались осужденные, впервые осужденные и повторно осужденные за другие преступления. Это давало отрицательный эффект в том, что люди, которые уже были в местах лишения свободы, вот именно, как вы говорите, начинали качать свои права. Сейчас в колонии, значит, в соответствии с законом, находятся только те осужденные, которые осуждены впервые. И вы знаете, намного легче стало с ними работать в плане вот этом криминальном, значит, что вот эти не проходят они как бы свой криминальный университет здесь. Да, здесь учатся заключенные. Но на уроках, в частности на уроках русского языка и литературы, они узнают что-то новое, и это помогает им, даже находясь в местах заключения, быть все-таки внутри свободной личности. Конечно, не сроки и даже нехорошее отношение к своей персоне делают из бывших заключенных примерно горожан. Для результата что-то человеческое должно быть в них самих, чтобы дать клятву не для красного словца, а самому себе. Все, уже первый и последний. Хватит. Я... Поняли, что потеряли определенное время своей жизни здесь? Ну да. Что, закон не надо нарушать? До этого вы этого не знали? Знал. Ну как-то. Кто знает, может и они когда-нибудь с радостью окликнут своего преподавателя на улице. Даже вот иногда их не замечаешь, а он уже кричит. Там, Валентин Сергеевич, здравствуйте. И есть пример такие, когда вот встречаешь осужденного на воле, он говорит, ой, какое большое вам спасибо. Вот я у вас закончил школу, получил аттестат. Сейчас я вот устроился на работу и поступил в институт. А вывод на самом деле прост. Осужденных нельзя мерить под одну гребенку. Всегда найдутся субъекты, которых разве что могила исправит. Но это будет уже их собственная вина, а не системы, в которой они оказались согласно приговору суда. Шансы у всех одинаковые. Разные желания их использовать.